На повестке дня недобросовестная работа управляющих компаний, благоустройство, дорожная безопасность. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов встретился с жителями ЖК «Сколковский» в Новой Трехгорке. Подробно сегодня расскажем по ключевым проблемным точкам. Дальше предложу выступить жителям с теми проблемами, которые у вас не решаются. На такой системной постоянной основе, то, что требует как раз обсуждения нашего внимания. Ну и в конце дадим слово управляющей компании. Переделать входную группу, закрыть доступ на крышу, наладить гидроизоляцию в подвале – замечаний достаточно. По многим вопросам обращались несколько раз, возмущаются жители, но меры так и не были приняты. Также была поднята очень важная проблема – это затопление подвалов. У жителей микрорайонов в подвалах находятся в собственности кладовые, которые не могут использоваться. На протяжении года и управляющая компания, и застройщик не решает проблему. И сегодня этот вопрос был озвучен, взят на контроль главой. Если нужна какая-то ваша поддержка, участие, вовлеченность, мы тоже готовы. Спасибо. И в том числе принятие каких-то решений вот такого сложного характера по ремневке, канализации, по безопасности, где будут люди ходить через калитки или рядом центральный вход, или центральное проведение общественных обсуждений. Это все нам по силам, мы везде готовы принимать самое активное участие, пока, еще раз подчеркну, не найдем здесь порядок. Через несколько недель состоится еще одна встреча, на которой застройщик и управляющая компания отчитаются об устранении проблем. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».